ударятся, они могут пойти и на меня, и на вас. А если люди уже стоят под боссом, они пойдут и на них тоже. Томас, ты тут? Блять, ушел куда-то опять. Пусть тогда он заходит на БДК. Крикс, он же танчил, правильно? Да, да, да. Алиса, забирай тогда свое тело. Выхухоль, прием, ответь. А, засумоните. Заходи за ДК. Смысле, я пока дестрик сделаю. Ты ж кого-то поставил? Уже нет. В смысле, блядь? Он слился, вижу, он слился, слился там. Заходите на шкаф. Фу. Да ебой, все равно навара получишь что-то. А чё танк слился? Спроси. Нет. Чё слился танк? Я пошел покурю, пока сумонти, не знаю. От того, что я на вара зайду, это сильно не изменит. Могу так сказать. Ты варом 6800 даешь? Ну смотри, я на варе дам 14, согласен, но если будет абсолютно фулл бар. Абсолютно. Тебе нужен минимум ретро. Это уже нормальная мили хоста. Ну, допустим, она будет. И два бафа нормальных. Я поняла, не надо объяснять, что нужно для вара в рейде. Ты мне скажи, у тебя вот из этих бафов будет 6800 на варе? Да. Ну, блядь, на варе у меня будет, ну да, 10. Ну да, у меня на 3к больше. Но это так сильно не зарешает. Окей, все поняла. Нет, смотри, Юля, ну я серьезно, типа... Это как раз все зарешает. Юля, смотри, просто если мы точно так же будем падать от ветров, когда мы не сможем их собрать, тут мой вар ничем не поможет. Как нам день заплатить? Да не, лучше варом, потому что ну смысл. Ну окей, я зайду, мне по делу ваш. Древо перейдет. Стой, пока на рейде, не надо, не надо. Не загоняйте его на вас. Кого? Кого не хватает в рейде? Да не-не-не, погоди, еще не сумой.
Че у вас танк-то слился? Что-то не понравилось? Как вчера? Да? Да нет, просто идти сказал. Как бы 11 часов. Каникулы же вроде. Ну дальше что, погулять нельзя, что ли? В 11 часов? В 11 часов только мусора ходят. Ну, или те, кто заклад ищет. Ну, вот, вы тут бездельничаете, а люди работают. Может, раскладывают. Все, можно сумонить. Крикс, мне заходить? Не, на контепах. Ты, сука, срывать будешь. Да, я просто уверен, что это будет так же, как в Каражане на них. Ну ладно, тут хотя бы даунд еще работает. Ну да, оно не постоянно. Не, мне плохо, окей, я зайду, если надо. Тут суть в том, что на пятой фазе ты дашь Варе сколько же механизм. Пятая фаза здесь важнее будет. Когда он будет на аварии, мы до пятой фазы. Ну это да, это ты прав. А здесь мы дойдем, когда будет 40. Вы помните пятую фазу? Только началась пятая фаза, на третьем столбе уже Полтора. Было ровно полтора. Просто смотри, я тебе врисую ситуацию. У нас сколько будет миликов? Кинется стол. Через столбы, я уверен, будут кидаться в миликов. Постоянно, блядь, так, когда я на вот. Если этот рай не убивает, и это причина будет в ДПС, то окей, я зайду. А если мы опять так же будем с ветрами тупить, то, блядь, не варпичи. Дайте ребаф, крытку, дайте. Ребаф, да. Быстрее. Ой, рыба. Бля, я сейчас летаю, я пойду сам. Мак, дай по мне МК. МК повало. Полилушку. Лунчик. Нету. Земля тебе пухом. Знал бы, не заходил на лоб. Есть еще банки на сопротивление. Он и так магов не любит, ты его сейчас еще больше огорчил. Драгма, саппорт нужен, знаешь, для чего? Для третьей фазы и для пятой. На пятой, если ты не успеваешь с саппортом выбежать из-под стола. Да нет, вот меня сейчас ложило первого, блядь, у меня не было этой банки, из-за этого я думал. На тебе мой саппорт, я потул. Мне дали. Рыба! Все поели рыбу? Я так... Давай, Лер, все поели. На пол пошел, давай, пиздуй. По центру? Вот где ловушки стоят, там останешься. Потом отведешь его вот где я стою, понял? Вы отходить не будете, да, от крутилки я так? Я ж тебе помню, что... Тут на мужика я играю. Смотри, я сейчас хантом даже урон получу от крутилки. А не, не хуй. Мне напулить или у тебя там нормально все? Там маг сейчас торгует. Я, блядь, не понимаю этих магов. А, все, маг выбросил. Хуй знает, помогли мой напул, но... Чтоб ты понимал, короче, в прошлый раз, когда я танчил, у меня турбойс не срывал. Ну, то есть он как бы скидывал агро, но там был маг, который агро больше, чем турбойс. И он был меньше, чуть ли не на 20 там левелов. Там такой... Читы. Читы. Я туплю. А Мосса в коте? Да. Не, он дру. Эрдру. Ты хочешь мне истерию кидать? Да. Ооо.
меня что-то сначала не... Я знал, что ты классный парень. Могу, в принципе, бомжу кидать. Долбоёб. Вон, Володе твоему могу. Ну, Володе, да, он, кстати, больше меня даст, если чё. Если можешь на него кинуть, ты кидай. Сейчас будет перефаза. 1% до перефазы. Заебал, он в соло третью фазу переведет. Он может дамажить всегда. За игру смотрите. Отводи босса. Куда? Вот видишь, где я стою? Вот сюда. Сюда примерно. Да-да-да, морды веди, веди, все нормально. Все-все, куда, блядь? Я сорвал, забери. Блядь, ну вы что гоните, нахуй? Чуть, еще чуть подальше, отойди. О? Вот так заебись, все. Там как раз ловушка пропнула, не отводи. А чё кто водить будет? Помнишь же? Мосса. В смысле Мосса? Ну он станет сзади тебя, если чё, будет страховать. Ну я в прошлый раз водил, ничего такого. Ну окей, тогда Мосса ты не водишь. Станешь так же, отбежишь в угол. И будешь бежать в угол. У меня клыка разочарены и... В прошлый раз вон у Крикса спроси, я бегал. Ну, не считая того, то, что вайпались это. Могли бы. Томас, только бомжей без моей команды не давай. Катя? Да. Да. А ветра с середины начинают идти? Или прямо от... От босса. Процентов сколько? 64. 64. На 62 уже типа РДДшник. Нет, на 60. Убираем все тотемы, петов. Переводят, милики отбежали быстрее. РДД переводят. Бегут все в угол, прожимку, Томас. Да, да. Отбейтесь. Все на меня? Стоим пока. Ждем, пока все ветра соберутся покать. Бегаешь с ними, да? Да. Милики, как ветра пройдут, пойдете под босса. Как только они пройдут мимо нас вот сейчас. Все, можете бежать. Шаман, не хуярь так, пожалуй. Там кого-то... Драгму вообще не бей, стой просто АФК. Встань в центр, Драгму, после ветров, поставь мне тотем гнева и не бей. Алекс, а ты бьешь? Да, но я сейчас чуть-чуть побил этой гадюк. Истерию дам. Давай. Драгма, сейчас ветра пройдут, пройдешь в центр, поставишь мне тотем гнева и не бей. Можешь руки просто. Иди в центр быстро. И тотем под босса гнева. Пусть меня хилит, у меня ДПС побольше. А ты не напрягайся. А у вас каждый раз ветра нормально? Да конечно, блять. На прошлый раз мой косяк. Ну у нас... Сколько раз мы тогда траили крик? Пиздец. Аура природы не хватает, наверное. Ладно. Ее тут не должно быть. Здесь хватает тотема твоего и сопрота. Так тотема нету. Ну, он и не нужен. Вон Крикс. Лот бьет и нормально. 44%. Давайте. У кого-то есть ДБМ персупок? Мы да, бьем, мы должны. 3.40. Должны, по идее, нет.
Драгма, может, 2% до перифаза. Сразу не влетайте, потому что я не смогу напулить, и танк агро спадет. Как только превратится в кота, все под босса моментально. Драгма, сразу вызовешь этого, блять, мутанта. Под босса. Босса ПР его. Все под босса. Своего голема. Мосса БР его. Все. Рибал. Горный. Вара прохильте. Рибал в полоку дайте, не забудь. Сейчас-то минуты. Далась? У меня есть один прожим. Нет, прожимку на следующую фазу ставлю. Бомжей Томас. Я не на пуле, у меня это мана кончил. Ну чё, ёбнутый? Он прыгал, жанр. Не надо меня. Он меня хотел, увидел? Ты бомжей уже давал. Угу. Ну ты же сказал мне бомжи. Ну да. Серию дать? Нет, не давай. На следующую оставишь. Это может сейчас буду ману регенить, поэтому. Давай, выйду. Я, короче, веду вот как стою в левую сторону, где и выйду. Потому что с правой стороны там. Там ее вроде поправили, но не резко. Два раза, когда чуть не заявили. Че, сейчас фаер резист ставит, да, или что? Или не надо? Нет, Юля поставит от огня, а вот все милики за босса сразу сбегутся, как только он превратится. РДД в рейндж станут между друг другом. Я постараюсь анонсить, но, блядь, смотрите сами, не слакайте. Все, сейчас перефаза. Ну он что, ебанутый? Я весь на пол проебал. За спину милики сбежали. Геру. Сейчас ору, забери Томас. На пола нету. Салют, блядь. Адванс. Твинси. На следующем косте дай мастера. Я проебал. Ну там убежали все. Был мастера? Нет. И кто тут там? Вот мастер аут давай. Олег слевее от меня, лоб. Казур. Ну короче, берса. Надо было тебе варом сразу идти. Это берса. Сейчас приду. Блин, чуть-чуть не хватило. ПС-очка, да, все-таки? Не, ну, хватает. Там за 20 секунд 4 ляма никак не слить. Ну заметьте, я на втором месте был. А варом если быстрее. Ты варом десятку дашь, то так и буду больше. Року будет. Да и в драгме еще хуевенький ДД. Но он сюда как бы не подходит. Он шаман. А ты считаешь, что твои 7700 это нормально? Хочешь, я сейчас зайду твоим варом, я тебе там десятку могу. Давай, заходи. Да я пиздата. Юля, сразу предупреждаю, я хуй буду отбегать от вихря. Не отбегай, к Назурука это не пугает, он вообще 10 раз отбегает. То я пытаюсь отбежать, но что-то не получается. Я значит, отбегаю, теряю до... Да нет, я тоже отбегаю, просто я отбегаю, но если надо мапу. Да, поэтому вообще можешь не отбегать. Смонти, ой, пойти.
Короче, если на меня топор этот не кидают, можно не отбегать. Ты зайди обратно и рыло перекинь. А-а-а. Гениально. Тебя ассист вроде был. Но пати ты мне мог все равно правильно кинуть. И лутер на тебе стоял. Так, я тут. А по войду этот вихрь не бьет? Он успевает отбежать? Он успевает, да. Блин, ну вроде я раньше него начинаю бежать, если он не успевает. Вот не дай бог сейчас зов выпадет. А ты давно играешь к Назурок? Ну вообще вов, да. А именно здесь нет. Ну, лет 10 уже точно. Но я на офе играл все время. Ну на офе там хуйня, ну на самом деле пиратские серверы, они ну, получше, чем офы работают. Голяют характер. Просто я думала, может, за счет опыта у Вайда реакция побыстрее. А тут сама была такая механика. Обычно в 4 часа ночи быстрая реакция. У Вайда как раз 4, да? Угу. Пати. Я устала, я так хочу чаю. Работа через... Ну и мне сделайте, пожалуйста. Через Юлия Юрьевна. Гвоздей жареных не хочешь? Ты чё, охуя? Огурцы, пожалуйста, Локи. Может, поможет. Томас, держись. Чё, у меня интерфейс забагался, я не могу поставить. Не хочу релод делать. Чё, держись? Так, сделай релод. Пропиши просто релод. Ну, может быть, и у пана не забагался. Да, СС, один по мне, ты, Кри. А пан, дай по... Блядь, я хуй знаю, кинь свое усмотрение. Давайте бафы. Стамины у меня нет, потому что они на охоте. Поздравляю. Средняя рыба. Ну так-то я уж поставил. Пиздец, ты спишь, что ли? Ну, блядь, а хуй, блядь. У меня 4 утра уже. Ебануться. Тут вихрь успевает убежать. Так, что-то баф хватает. Так, кто там на АП кричал, кто на... У меня просто крики не вкачаны, вы там сами между собой определите. Ты чё, пидор? Да. Ну чё-то пиздец мало. АП? Отдайте фласку ДДшную, у кого есть. Давай, чей-то. Давай, ты раздавай. Да, я свои буду раздавать. Не пью гильдейские. В смысле ты не пьешь гильдейские? Что? Стоимость. Пан, выпей на ДД класс. Все, давай. Вот, а есть? Че, все? На кого там истерию? Пан, скажешь. Скажешь, я тебя на мишке, короче. Да, у нас еще и на пулы нет, охуеть. Да, сейчас мы увидим. Давай, Томас. Леха, скажи. Ну ты сразу не бей хотя бы 5 секунд, дай. Дай 5 секунд. Я уже бушты прожал, мне похуй. А, блядь, забагли скиллы. Все, уже, блядь, уже сорвал. Пидорас, блядь. Уже сорвал. У меня нечем. Ну, в меня кинул, блядь. За тебя улёг. Чё ты урюк ебаный, блядь? Индус ебущий. Пиздец ты урюк. Вы чё с меня все срываете? Он балт. А ты агро держи. Блядь, что с рагой? Где она? Короче, я буду раскол ставить. Так, я вижу, Лекс уже крадется. Он уже подкрадывается. Давай. Чё, давай? Да ту самую, давай мне, блядь, мразь, собака. Заебал. О, красавчик. Слушай, я уехал с этих. Сейчас.
Сейчас мне ебало сломает. Жалко, что... Постой. Так, я там вижу то, что Крикс тоже что-то... Сейчас перефаза. Через 2%. Один про... Все, перефаза будет. После вихря. Ну, сука, встань нормально. Ой, жопой. Я встань. Смотрите. Какая Таня? Встань, блядь! Ага. Ебло утиное, блядь. Ты чё, страус, блядь? Сука, и у нас такие раз... Я всегда знал, что ты особенный. Ты чё? О, ебало! Ой, блядь. Юля, ты можешь Салю давать? Или у тебя уже ещё уже нет? Ещё уже нету, блядь. Походу нас замутили. Да мы нормально, мы сейчас тут сами с собой разъебем босса и разойдем. Зов заберу. Да. Зов анрол. В смысле анрол? И боец боссов, понял? Вот эти маски, понял, которые падают? Все мое, блядь. Панк пойдет. 65. Вы это как? Вы можете максимум, вы что, ролик? Кровь, которую... Давай. Могу кровь на алтарь сдать. Вы там не запиздились, слышите? 63%, бля, еще. Убирайте своих питомцев нахуй. Себя тоже. О, нормально. Куда ты их повел, блядь, шашлабас, ёб... Не пизди, блядь. Я умею, все милики отошли, кроме меня. Если ты не я, то отошел. В смысле, блядь? Иди, урюк. Продаем. Кого? Че, они бегут? Они идут? Нет, я не вижу никто. Пахлаву. О! Сразу видно, кто не бежал. Там БР мог. Давай БР по локу. Не надо мне БР, алло. А, ну СС... тогда... А, на нем СС был. Тогда встанешь, бей, вставай, бей, чё ты. Ну, чё же. У меня есть серия, если что есть, слышишь? Я под бурсами. А я его СПВ. Знаешь, когда? Прохильте лока, дайте ребафы. Грамма, поставь тотем отсюда природы. Давай, стери. А, не-не-не-не, не надо. Ну, ты скажешь, когда, короче. Ну, вот сейчас, думаю, стоит. А, не-не-не, не надо, да? Лок, не бей так много, ебать, тебя же хилят. Ну, Юля может меня одного хилить, а вас не хилить. Вы убить хотите или потратить как можно? Да нет, там адванс просто хуярит, ебать, как не всегда. После, блядь, живем всего один раз, да, ему побить? Хуярь как? Как в последний раз, да. Обновите крик на АП, то мне говорю, не вкатит. Я тут слышал, кстати, совой прикол. Да-да, тут на этой фазе звездопад можно дать, да, и, короче, не умереть. И всё, и, блядь, притвориться мёртвым. Нормальный скилл, мне нравится. Я его удалил. Горн 50 секунд ещё. Крик на АП 4 минуты. Ну, я его обновил. Понятно. На ХП есть. 15 минут. Завтра убьём. Ага, КД принимать не буду. Да пиздец, блядь, заставили нахуй заходить. Вы бы еще меня потом, Томас, ты бы ушел, понял? Меня бы еще на БДК заставили зайти. А тут, кстати, не сложно. Да я вижу, блядь. Это вообще изи. Ну. А до этого мы, понял, на ветрах падали, ну это хуйня.
Под босса сейчас будем сбегаться, 1% до перефора. Под босса все сбежались. Быстрее, на пула нету нихуя. Кто сорвет, тот пидор. Давай этого голема. Прото ауру поставь, дай мастер аур. В смысле, тогда мастер аур на огонь не. Он откатится. Ага. Кто сорвет, тот и пидор, да, я там? Блять. Покинуть тело, да? Дайте реба быстрее, прохильте. Покричите на хп, на ап, лапку, каску, пожалуйста. Люди добрые. Дай стерею. Нету, 40 секунд. Так, чего-то не хватает, блядь. Если что, у меня есть еще прожим. Дай рыбу поешь. Давай прожим потом. Знаешь? И я забрать не могу, потому что 3 секунды. Хилети лелушка. Он когда прыгает, это не значит, что он сорвал. Нет, он его стоял, просто бил он. Я понял. Прохилите. Сколько там до берсы? Оно надо открыть. Сорвал. Заебись. Крикс, ты пидор. Так ты тоже. Есть, дай по нему БР Мосса. Так ты по тебе БР давали, ты чё, блядь? У меня СС был. Так а чё молчать тогда, ёбаный рот? Я БР отдал. БР в тебя давали, блядь. На мне СС. Блядь, был. Вы молчите, говорите. БРили. Ну попробуйте, шанс есть. Да там маны нету нихуя уже. Юля на второй фазе может джагу на маны. Надо было об этом сказать раньше. Все, видите, мой вар не поможет вам вот в этой ситуации. Я вам так скажу, вы чаще отбегаете от бота на первой фазе, на третьей фазе побольше хуярьте РТДшниками, а потом спросите, почему у хилов маны нихуя нету, а потом мы и скажем. Так, я дотанчу хиль. Давай, хиль, я дотанчу, бля. Не, ну это берса была, понял, чисто из-за этого. Я понял, это РО, короче, потому что вам похуй, вы уже шутите, вам весело. Ну смотри, ну что я сделаю тебе в такой ситуации? Один хуярит, ему похуй, не останавливается. Видишь, один скадал, 11, но это не помогло. Ты про себя что говоришь? Если хуярит, не Я вижу другое, я вижу то, что я пришел помочь, мне тут нихуя не надо. А тут начинается уже цирк. И смысл мне тратить время на этот. Давай, Бойд, заходи на лазидан. Ты же хочешь закрыть здесь сагильдейцев должен. Ты что, ебанулся, что ли, на шамана заходить? Ну а ты варианты видишь? И прохилить будет проще. Я не говорю, что масса просто, ну, плохо хилит. Просто шаманы получше хилят. Ты просто друидов не любишь. Нам бы лучше на пул. Ну, бревен я, да, тоже не люблю, как и магу. Нам бы лучше на пул. Не-не-не, 11к помогут убить, забей. Кинь нахуй 11к, блядь, ты срываешь как говно два раза. Ну, зато я перезашел на вар. Ну сейчас еще больше будет ДПС. Мосс-то больше даст, я думаю. Тем более истерия по нему хорошо заходит. Не понял, Томас. Ты понял, все. Так, исключить из гильдии, блядь, черный список, пидорас. Какой гильдии? Я тебя нахуй из гордых носителей клешни кикну. Как? Как? Я у Вэлла попрошу, блядь. Попросишь. У меня как раз ДК в этой гильдии. О, блядь. Чё-то я часов 5 назад слышал. Чё? Да сейчас за 2 часа закроем.
с этого момента, блядь. Я вообще в ахуе, как мы три сундука сделали. Ой, Шарпи, блядь, пан. Ты можешь на кого-то другого зайти? Желательно, наверное. Нет. Вы хотите больше миликов? Желательно РДД, я сказал. А, желательно РПА. Так, ну и что мы делаем? Куда ну, нахуй? Мы должны шамана зайти, мосса тогда. Куда тебе еще больше ДПС это? Да хуйня, блядь. Сними полный так я. В идеальных условиях я бил 14 здесь. В идеальных условиях. Но их нет. Очкарики. Бафов, блядь, меньше, чем в РБК. Погоди, а где твой ремень? Я же не этот ремень. Нет. Не-не-не, давай я еще так попробую. ДСС одна минута. Давай СС подождем. Я во время пула там, по-моему. Сразу скажите, на кого вы вешаете. Я по Лексу так ждал. Давай, блядь, пуляй, блядь, на пул. Давай, на пул пошел, блядь. Какой, блядь, на пул? Что ты пиздишь? Пуляй, сука. Нет. За озеро. Мое очко. Дай сальву. Ну сальву, еще все нормально. Еще не сваришь. Я стопнул. Я просто жить. Знаешь песню такую, типа, ты знаешь, как хочется жить? Вот эта хуйня. Ты стираешь мне какую-то хуйню, блядь. Идёшь и дичь, а именно хуйню. Ой, видишь, на Вайда два раза кинулась, продаем. Ох, ёптун. Вот третий раз, видишь? Всю землю жрать не стал, блядь. На тебе СС был? Это... Это что такое? Давай по нему БР. Вырезный бросок, кинулся всего на... Да сколько ДПР? Понимаете, да? Тело покинул. Мы бессмысленно бьем. Нет, он встал, бейте. Куда вы, блядь? Рибав по локу дали, бейте. Да, он встал, блядь, он встал сначала. А, да? Красиво. Так, я покидаю камень возвращения. Юля, дай диван по мне. Или по крипту. Все, расходимся. Делайте, что хотите. Видишь, я повесил так же КД на двух первых. И это ничем не помогло. Так а смысл? Все равно завтра сброс. Ты бы все равно никуда бы не пошел этим варом своим. Да мне, вот я не про это говорю. То, чтобы мой вар якобы зарешал. И сука, беги! Чем мы срезали? Надо просто сразу собирать нормально. Замены. Вон, видишь, сколько варов на замене? Надо было их всех в рейд засунуть. Чтоб чисто тут было, по-моему, два хила, танк, остальные вары. И танк, чтобы варом был. Мы бьем или все, ро? Это мой пускай. Ты будешь рели тирель? А чё тут рели? Ты и так все знаешь. Всё. Ну раз все знаете, так пуляете тогда. Тут. Короче, еще пол делаем, если нет, то...
Если нет, то короче, можно потом... Ой, дай РЛ. КД? На когда-нибудь. Дайте бог, дайте РЛ. Зачем продлевать-то? Ну, хуй знает. Если можно просто пройти его, и все. Когда мобов убивали? Давно? Завтра. Еще пойти. Масло. Рикс, вы еще не делали дейлики? Юля? Юля, походу, не будет. А Вэлла нету, Крикс? Не, нет. А я вам так скажу. Как у пана? В Дискорде ник. Так и есть, да, пан? Ну, я слышал, что кто-то вышел. Ну, он ушел в ФК. Это он в ФК сидит? Или нет? Я просто не шарю. Ну, он тело покинул, что-то это. Ну и все, он стоит. Стоит в призрачных землях. Да. И он ушел в ФК. Ну, походу, все он. Тикни пана, добери вот шейпер, пусть на варе зайдет. Лех, заходи на ханта. Так, тут зашел. Пан вернулся. Ну уже пофиг. Шейпер. Обязан двадцатку дать минимум. По тебе еще истерия будет залетать. По тебе истерия будет залетать. Да. А, ну, блядь, ладно. Ладно, тогда пятнашку. Не-не-не, без истерии 40. Не, стой, заебал. Давай ему тогда еще крик на АП не будем давать, чтобы... Вот, ты все равно не заберешь... 7.40, если Лекс будет на ханте. Отдай Релла мне, и можешь быть... Не понял, чё такое? Я хочу заменить Вайда. Почему? Ну, он не ДПС. Спасибо тебе, Войд. Извини, конечно, но это правда. Стой, у меня есть один вариант, но он сорвет 100%. Эта хуйня еще сильнее Карухара, по идее. Царь обезьян? Нет. Царь Квин? Стоп! А может царя попросить? Да, у него что-то вар не работает, он говорит. Сейчас. Друзья, почему он на это... Царь в ЦЛК сидит, отъебись. Кого ты хочешь попросить? Слэйра? Попроси Слэйра, да. Или он РБК закончит и может. Ты же понимаешь, что та хуйня еще хуже. Ну хуй знает. Он меньше срывает. А знаешь, почему ты срываешь, Лев? У тебя, скорее всего, талант в арм светке прокачан. А он здесь, походу, хуево работает. Какой я талант? Я потом гляну твои таланты и скажу. У меня вкачан удар героя, 3 парирования, вкинуто 2... очка на... Понял? Ну, вот когда меня фиряют... Фиряют? Глубокие раны? Сейчас, короче, я теленкану свой... Вот. Получается, у меня... Вот как у него... Смотри. 2 сюда. 1 сюда. Ну, это на максимум. На максимум. На максимум. И вот так. То бишь, ну, у меня нет ничего. Я срываю из-за того, что у меня прокает этот таун какой-нибудь или крит, и я с пула могу нормально...
Юля, потерпи, пожалуйста, еще минут 15-20. Сейчас два трая где-то сделаем, сейчас мы зайдем. Пошел по кругу. А кто нам будет, ты еще не ушел или ты ушел? Кто-то ГП сможет начислить лекцию, если зов упадет? Юля. Ну если что, не переживай. И как-нибудь без этого. Ну чтобы, блядь, не было. Ну я потом, блядь, просто скажу то, что да, упал зов, я его забыл. Мне накинул. Так же, как вот мне за мои запы накинули. Сейчас как бы не расстроить лекцию. Ну, он, кстати, может упасть на том, когда не был. Да-да. Пойду покурю, короче. Дай мне сиськи хотя бы, чтобы я свой рот добавил. А он мне отпил. Чё там у вас, блядь? Кто там? А я чё, уже в рейде, блядь? Да, если ты шейфер. Чё, ебанутый, блядь? Чё за предъявы, пойму? Ты сидел на замене, давай заходи. Блядь, суманите меня, нахуй. Сейчас суманём. Говорю, как бы Лекса не расстроить. Я же тут типа как будто варом. Как, блядь, у Слэйра ник пишется, я не помню. Так и пишется Слэйр Квин. Охуительно. Куда уже Вольт, блядь, проебался? Мы его заменили. Он же у нас в Дискорде есть, посмотри. Ну я типа на пару траев, я спать пойду, мне вставать. Ну, на пару траев. Ну, блядь, ты время видели этот блядский взломанный сетчик? На пару траев, ты мне объясняешь. А что, а? Мы тоже на пару траев. А, ну окей. А, блядь, кто десятый? Сейчас зайдет. Не, я просто не уверен. Чё ты не уверен? Я пока рвло. Просто не уверен, что этот хуй не будет. Не, в принципе, могу зайти на вары я, а плеер зайдет до... Да уже и так нормально, не надо. Ну то просто я варом точно не сорву. Если даже Лекс... Лекс там говорил, что он не мог сорвать агро за перса Слэйра, а своим он рвет, и он не понимает, что за хуйня. Не знает, что там, блять, но... Тем более сейчас хоть какой-то на пол будет, и сальво по нему будет. Ну да. А по тебе кто сальво а даст? А он сказал, что я агро рвать не буду, блять. Я это кто? Шейпер. Скажу, меня особо не напрягает. А вон то, та хуйня, блядь, с ШМом, блядь. Кого мы еще заменили? 300-й, блядь, или 290-й, как? 277. Вы просто смотрите за своим агро. Вот я за ним следил, и все нормально было. И ты умер, ёпта. Ну, у меня, понял, косоглазие. Я просто, когда смотрю, у меня глаза, помимо ноутбука. Чего? Ну, блядь, иди нахуй, дебил. Лекс, а ты бы забрал те перчатки с этой... Которые распилили с Вальки? Конечно бы забрал. Нет. Чего нет? Я их не ролил. Они говно. В смысле ты их не ролил? Конечно, ты их не ролил, блядь. Нахуй. Их распилили, ебать. Потому что я зашел, я сундук открывал с лутом. Я мог их ролить. Ты чё, конченый? Сказали, отказывают. Все отказывают. А. Ага. Ну, блядь, так бы я их вообще ролил бы про... А, распылили. Все, я понял про чё ты. Типа, блядь, я отказался бы от них, потому что они хуйня крыл. Да нет.
Ну, они с хостой, нахуй мне хоста. Ебать ты лагаешь, бля. Крикс, ты видишь, как он лагает? Ну-ка, побегай. Лекс, побегай еще. Смотри. Да вроде нет. Да дергается пиздец. Да это же он лагает. Просто такие телепорты, бля. Обычно бегает нормально. Это ты, шлюха, лагаешь, это понял? Крикс бегает нормально, а ты прям телепорты. Я просто флэш. Ага, хуешь, блядь. Быстрый, да, под амфетамин. Сейчас заходит туда. Под феном, блядь. Хилы, вам же не обязательно в пати с танком быть. Ты хочешь всех варов в одну пачку засунуть? Ну, чтоб ты крик давал на всех миликов. Угу. Отдам его на трэш. Кстати, да, сейчас должен трэш выступать. Да. Как же он, блядь, долго, ёбаный карась. А кто должен зайти? Чтоб ты понимал, блин. Я с этим слэйером один раз ходил. А,